Всем огромный привет! У нас дома появился новый гаджет. Это беспроводной пылесос, очень красивый и стильный, от бренда Dadget, модель V450. Сейчас я подробно вам про него расскажу, но хотелось бы уже отметить, что он действительно очень качественно выполнен, очень красивый, и он идеально подойдет на подарок на 8 марта, на 23 февраля, на 14 февраля, да на любую памятную дату. Посмотрите, как много различных насадок. Щелевая насадка для труднодоступных мест. Обратите внимание на качество материала. Обалденно! Все ровненькое, матовое и приятное на ощупь. Щетка для гладких поверхностей. Это зарядная станция с возможностью крепления к стене. Аккумулятор батареи. Кстати, пылесос заряжается очень быстро, ему нужно всего 240 минут для заряда. Устанавливаем аккумулятор. Работать он может 60 минут в обычном режиме, 20 минут в стандартном режиме и 10 минут в турборежиме. Поверьте мне, этого времени более чем достаточно для того, чтобы сделать уборку во всем доме. Это классная моторизированная насадка. У нее два огромных колесика, они прорезинены. Наличие колесиков немаловажно для того, чтобы вы пылесосом пользовались с удовольствием, а не таскали его за собой везде по дому. Также на насадке есть подсветка. Это тоже очень удобно для того, чтобы подсвечивать пол в труднодоступных местах. Еще мне очень понравилось, что у этой насадки есть резиновый бортик для того, чтобы не портить мебель и не портить плинтуса. Это ролик для уборки гладких поверхностей, а это ролик для уборки ковровых покрытий. А это очень крутое приспособление. Угловой адаптер для уборки под мебелью. Ну и, конечно же, в комплекте есть труба-удлинитель в очень красивом цвете. С обоих сторон в этой трубе есть контакты для того, чтобы подключать моторизированную щетку. Вот такой сетевой адаптер питания. Ну и, конечно же, сам беспроводной пылесос Dadget V450. Мне очень нравится, когда контейнеры для сбора пыли выполнены из прозрачного пластика. Можно следить за наполняемостью контейнера. Кстати, здесь контейнер на 0,6 литра. Это очень хороший объем. Еще мне очень нравится, когда контейнер для пыли можно открыть буквально одним нажатием, не пачкая рук. Вот так вот нажимаем на кнопочку, открывается крышка. И все содержимое контейнера для пыли сразу же попадает в мусорный бак. Очень классный HEPA-фильтр. Посмотрите, какой он большой. Но это еще не все. Легким поворотом мы извлекаем еще один фильтр. Пылесос включается при помощи вот этой кнопки, а вот эта кнопочка переключает режимы минимальный, автоматический и максимальный. Также на табло будет указано количество заряда батареи. У Dadget V450 очень хорошие технические характеристики. Мощность двигателя 450 Вт, а скорость вращения двигателя 120 тысяч оборотов в минуту. Посмотрите, сколько мусора нас собирал пылесос буквально за минуту уборки. Я минуту ровно здесь пылесосила ковер на максимальном режиме. Посмотрите, сколько там всего. А визуально и не скажешь, что ковер был грязный. Знаете, что мне понравилось? Что здесь на пылесосе такие большие колесики. Во-первых, пылесос идет очень мягко. Не нужно его толкать. Очень плавно передвигается по ковру. Еще очень хочется отметить, что пылесос практически невесомый. Очень легкий, очень комфортно им пылесосить. Мне очень понравилось, что легко снимается вот этот контейнер с самого пылесоса. Вот так вот снимаем. Ничего не открывается, ничего не вываливается. Подготавливаем пакет или мусорное ведро. Нажимаем кнопку и вытряхиваем весь мусор. Можно это делать на улице. Закрываем контейнер, продолжаем уборку и, когда будет время, моем его, просто убрав фильтр и убрав вот эту внутреннюю часть. Все. Все очень легко и просто, и очень удобно.
Ну и самое крутое, это то, что этот пылесос не снижает интенсивность всасывания, даже если у вас заполнился контейнер для пыли. Это отличительная особенность от других пылесосов. Вы знаете, что у нас огромный опыт использования беспроводных пылесосов, и хочется отметить, что у этого пылесоса очень удачно и очень продуманно расположен пылесборник. Он находится как-то сбоку от трубы. Обычный производитель пылесборник крепит прямо на трубу, то есть вот труба и сразу идет пылесборник напрямую. А здесь пылесборник находится как-то сбоку. И это очень круто. Знаете, есть такая проблема у беспроводных пылесосов. У них часто очень клинит клапан, который, вот когда идет мусор, да, по трубе, он как бы так раз защелкивается, чтобы в обратную сторону мусор у вас не шел. И вот это вот очень частая проблема беспроводных пылесосов. Здесь эта проблема решена. Вот, смотрите сами. Я сняла пылесборник, пользуемся, кстати, уже несколько дней. И у него вот таким образом идет захват мусора. То есть, как-то вот как ловушка, я бы сказала, как ловушка. И вероятность того, что вот этот весь мусор будет у вас высыпаться в обратную сторону, сведена практически к нулю. И мне это очень нравится, очень нравится. Кстати, обратите внимание, какая здесь плотная защита. Что мусор, даже если он вот скапливается под крышечкой, он не выходит сюда наружу. Прям вот все чистенькое-чистенькое. Очень классно. Я вообще обожаю этот бренд Digest. У меня есть несколько гаджетов от этого бренда. Я очень люблю этот бренд. Очень хороший, качественный бренд, ребята. Обратите внимание, вот искренне советую вам этот пылесос. Ссылочку на этот замечательный гаджет я оставлю в описании под этим видео. Я считаю, что это действительно очень классный подарок. На 8 марта, на 23 февраля, на любой праздник это очень хороший, достойный подарок. Обратите свое внимание обязательно. Всем привет! Мы приехали в СБС. Огромный развлекательный центр, торговый комплекс. Просто гигантский. Еще Ашан есть, но в Ашан мы не пойдем. Вот мы туда едем, туда в СБС. Алису отведем сейчас в Лёсики. Можно я сначала хотя бы что-то себе там... Немножко походишь, пока мы идем до Лёсиков. Ты мой кошелек где? Скажи. Не помню вроде, да? 100 лет мы здесь не были в СБС. Я не помню уже, когда последний раз. Год назад, да, Лёш? Стулья покупали мы, по-моему. Стулья покупали. Года это... 2 назад. Года 3 уже, наверное, назад. Ну, слушай. Ох, какая мы с тобой живем в станице уже 3-й год. 4 года назад мы здесь были. Неужели? Мама. Ау. Какая ностальгия. Ничего не помню. Так подожди, мы стулья покупали еще с Серегой, с Поликом. Приезжали. Плачи. У нас еще Land Cruiser был. Ну, черный, белый, Антоник. Подлодишка. Антонио. Смотрите, какие контейнеры Чинабон. Магазинчики. Или как-то киоски. Киоски. Ой, их тут целая куча. И такая площадка, где можно это все купить и покушать. Леруа. Хороший здесь райончик, только я вот вообще его не знаю. Ну, в смысле, хороший, что здесь такой комплекс классный. Большой. Это центр считается? Нет, Титань, это не центр. Это вообще где-то на краю, да, Леш? А там есть тоже? Это посередине. Конечно, есть. Как без туалет? На 2 людей. Алиса. Какой зайка. Ищем место, где нам припарковаться. Наверное, проще было на парковку заехать. Так. Ой,
сковородницу. Да, она себе купила. Погуляться с сковородницей. Вот так вот мы приехали пошопиться. Алиса погуляет, поиграет. Я хочу новую одежду. Новую одежду. Леша нас привез. Просто сопроводил нас. Мама, а ты можешь? Какой-то магазин классный, да? $750, да? Правильно? Они поднялись с первого этажа на верхние этажи. Слушай, а где нам одежду посмотреть? Ну, она тут в перемешку. Перемешку похожую, да? Я знаю, что на третьем этаже все детское. А вот первый, второй этаж одежда, она в перемешку, видишь, с мебелью. Ага. А на цокольном вообще, я не знаю, что раньше на цоколе только бывали. Ой, какая красота! Ну потом придем, посидим в кафешке. Смотрите. Как-то здесь все изменили. Раньше здесь, по-моему, была одежда, сейчас здесь стало очень много различной мебели. И раньше вот эти вот помещения были закрыты, здесь были витрины. А теперь открытые пространства. Посмотрите, до сих пор новогоднее убранство кругом. Как красиво. Ой, прям вообще, аж глаза разбегаются. Эль-Патио раньше, по-моему. Эль-Патио было, стало ДНС. А еще, кто помнит, Алиса у нас здесь была моделью. Здесь было, да, был показ моды, детской одежды. Алисочка здесь у нас выступала. Ну, как всегда, она на своей волне, не хотела, как все, ходить. Хотела ходить по-своему, по-модненькому, да, Леша? Вот гардероб, и Алиса у нас... Алиса же у нас там сейчас, да, Леш? Внутри? Алиса вот так, если подняться, она вот, вот за этой стенкой. Раньше гардероб уже там. Угу. Там спускаешься, банкомат или гардеробная? Да. А сейчас вот. Да, тетя Таня, где-то... А, там, да, она? Слушай, я вообще забыла, что здесь, где здесь. А, вот тетя Тань, лёсики. Вот туда вот она. Вот туда вот, вот туда она пошла. Там лёсики. Ну, потом сходим, посмотрим, как она там отдыхает. Мы забежали в Коллинз, примеряем джинсы. Попросила на размер меньше. Татьяна Викторовна себе вот такие взяла. Ага. А я себе вот такие взяла, потому что черного у меня много. Хочется что-нибудь светлое. Хочу взять вот такую футболку. Смотрите. И сейчас она по акции. Интересно, тут какое-то пятнышко вижу. Ага, пятнышко. Смотрите, какая кофточка с дельфинчиками. Просто обалденная. Так. Угу. Наши покупочки. Я купила... Дай-ка покажу. Так, в общем, я купила ремень и джинсы. У меня Алиса давно просит вот такие колготки. Бежевые, либо серые. В общем, я и возьму. Стоят они 1699. И вот такие ей взяла. Смотрите, какие классные колготки. Такие вот сердечками. Вообще... Шопимся, шопимся. Ну все, мы пошли, мы все оставляем. Вот.
первый. Как это первый, да, Титан. А там нулевой. Там нулевой. Там, да. Да, 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 да. Ривгош, Леша. Че, зайдем в Ривгош? Мне для бровей надо карандаш. Спасибо. Сейчас покажу, что купила. Татьяна Викторовна мне посоветовала футболочку взять. Не, я там покажу. Это что, фирменный знак? А, это Бифри. Одна сеть, что ли? Короче, смотрите, вот такая вот футболка. Таня ее заметила, говорит: Юля, возьми, очень хорошее качество, ну действительно такой трикотаж классный, такой ненавязчивый принт, и рукав у нее, ну не сильно длинный, не сильно короткий, хороший. В общем, я без примерки взяла М-ку, если мне не подойдет, Алисе точно подойдет. Мы пришли на фудкорт, народу просто толпы, мы еще понять не могли, откуда столько машин на парковке. А вот, оказывается, где все люди приходят покушать, детей привезти куда-нибудь, отдохнуть, ну и немножко пошопиться. Решили мы перекусить во Вкусноточка, ну потому что Алиса захотела. Леша сейчас ее сюда приведет, чтобы мы не разминулись. Очереди просто бешеные, просто бешеные. Ребят, жду наш заказ. Все, еще чуть-чуть и будет готов. Ребят, мы получили наш заказ. Сейчас ручки моем. И все, и кушаем. Леша пунш будет пить. Есть будем Big Special. С бекончиком. Взяли капучино, вот такой вот орех, шоколад. Ну, ничего, вкусно. Бабуля тоже будет такой же, как мы. У всех, да. Посмотрим, сколько съест бабуля, сколько она сможет съесть. Ну, Алиса у нас все не доедает, Леша обычно все съедает, а я немножко оставляю. Меня не входит эта большая булка. Но это очень вкусный Big Special. Да. Все, ребят, вкусно-вкусно перекусили. Все у нас. Кофеечек попиваем, допиваем уже. И сейчас пойдем дальше шопиться. Алиса очень хочет купить киндеры и Леди Баг. Ты хорошо покушал, любимый? У тебя щечки стали появляться. Это плохо. Да нет, ты хорошо выглядишь. Леша, ну напишите в комментариях, хорошо же он выглядит? Хорошо. Мне нравится. А мне нет. Ну просто ты был сильно худой, любимый. Я был в отличной форме. Да нет. Мы забежали в Читай-город. Алиса снова всякой всячины набрала. Смотрите. Тетрадки, ластики, маркеры. Еще взяла пенальчик такой небольшой, но он ей нужен для того, чтобы переносить киндеры. Как, модничка. Папа носит куртку. Вообще Леша сегодня молодец, нам помогает, пакеты носит. Там да. А, вон он сидит. Сейчас вам. Закрыли, представляете? Раньше это было все открыто, и можно было там играть. Ну, разве так можно? Бедные детки. Все, откроешь, потом покажешь. Мы зашли в детский магазин. Алиса нас потащила в обратную сторону. Ей, конечно, с нами не хочется ходить выбирать одежду. Тем более, шопилась она совсем недавно. Вот видите, все носит. Молодец. Единственное, я хотела сегодня на блузку одеть, но блузка в стирке. Черная. Вот эту сумочку даже новую, то с собой носит. Ну что, Алисонька, выбирай. Смотри, какие куколки красивые. Это что-то новенькое. И руки гнутся, и ноги гнутся. И одежда, кстати, по-моему, на них продается. Ой, Animal World. Смотри. Всего по 250 рублей. Канцелярия разная. Ну, вот такие интересы у Алисы. Не знаю, мне многие пишут, как так Алиса в 10 лет играет игрушками. Ну, а во что ребенок должен играть, интересно, да? Вот я Или чем он объясню. Должен заниматься? Рисовать только? Бывают люди, которые там хоть
до 20 хоть до скольки лет играют в игрушки, они имеют это право. Создают игрушки потом, да? Да. Вот как коллекционируют. Эти, как их называли? Флапы? Фламы? Какие? Ну, девочка. Флампы. 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 Флампы, да. Вот она, свое увлечение. Вы понимаете, что он как бы, ну, не имеет разницы. Если вы хотите, то сами играйте в игрушки, коллекционируйте. Да. Кто запрещает? Если вам в детстве запрещали, то ну, не запрещайте другие. Что такое? Не знаю. Так, ребят, проходим мимо выставки рисунков. Мне очень понравился вот этот рисунок с зайчиком. То есть я по-твоему хуже рисую? Нет, ты рисуешь не хуже, просто в данный момент, вот именно здесь, на этой выставке, я оценила все работы, и мне понравился зайка. Из всего, что здесь есть. Твои рисунки, Алиса, вообще вне конкуренции, ты даже ничего не думай. Мне нравится вот это с огромной головой. Да, особенно мне очень нравится, как Алиса Ангела нарисовала. Я вставлю видео. Сколько лет? 10 лет, Алис. Ребенок нарисовал. Да, хорошенький. Алиса что-то все нервничает, нервничает. Молодцы, да? Угу. Ну, прям в рамочку, да, и на стену. Вот это тоже прям как будто напечатанная, да, открытка. Тоже 10 лет. Матвей. Да, да. Вот это вот. Называется, смотрите, творческая студия «Руки художника». Вот, так что имейте в виду, куда своих детей отдавать. Очень красиво. Все, Алиса у нас скрылась из виду, Алисы нету, психанула. Ну, тут уже попроще. Мы здесь, зайка. Не обижайся. Вообще в СБС очень красиво, смотрите. Очень интересно. Такие матрешки необычные. А ты я помню... Идешь. Ну, я рассказываю своим зрителям. А я помню, как здесь, на этом месте, помнишь, Алиса, делали игрушки набивные. Не нервничай, зайчик. Смотри, какой тигренок огромный. Не нервничай. Мы сейчас с бабулей вот сюда зайдем. Но мы по пути идем, зай. Иди вон в детский мастер праздника, иди. Слушайте, весь СБС завален вот такими вот репликами или подделками, можно даже сказать. Dior, Chanel. Мы уже измаялись. Вот что-нибудь хорошее найдешь, обязательно будет пришлепано какой-нибудь там Dior или еще что-то. Понятно же, что это не Dior и не Chanel. Сейчас пошопишься, подожди. Дети-то. Беленькая? Какая понравилась? А, вот это? Да. Дайте мне, пожалуйста. Алис, пожалуйста. Да мы не против. Ну, давай по порядку, идем по магазинам. Здесь всего, пожалуйста. Блин, 3-4 штуки. Ну, что ты начинаешь? Не мои проблемы. Кислотные юбочки. Мне вот это платье понравилось. Но оно как-то зрительно, да, симпатичное. Носить прям я не знаю, конечно, но зрительно оно прям такое кукольное. Пойдем, пойдем, не нервничай, зайка. Ты устала чуть-чуть, да? Ребят, мы зашли в магазин «Мастер-праздник». «Праздник-мастер». Здесь огромный выбор басиков, лилишек и других всяких игрушек. И представляете, ну Алиса, правда, себе ничего не выбрала. И еще на них скидка 33%. Так что приезжайте в СБС, цены вот такие, и минус еще 33%. Выбор просто сказочный. Это уже со скидкой. А, это уже со скидкой? Вот, первоначальная цена, это уже со вот, скидкой. Вот, смотрите, стоило вот столько, стоит теперь вот столько. Вот кто? Такие вот цены. Кто? Ну, давно я такого количества басиков не видела, честно. Обалденно. Ну все, зайка, пойдем? Пойдемте на мой магазин. Пойдем, пойдем. Мы бабушку оставили одну. И вот в этом магазине. И у нее паника. Нет, она сама попросилась. Мы уже пошли на выход, потому что Алисе не терпится дойти до детского мира. Вот. Татьяна Викторовна говорит, так, я остаюсь, я еще похожу, посмотрю. А мы пошли дальше. Взяли пальто ее. Сейчас Леша отдадим.
как красиво, да, Лисень? Когда игрушек много. Так, идем в детский мир. Лёшу мы не нашли. Любимка. Мы уже в детском мире. Если честно, то я немножечко устала. Но хорошо, что мы остановились в пэм-точке. Перекусили. Немного силы появились. И сейчас мы идем дальше. Слушайте, старость не радость. Прям подустала. Чё, зайка? А смотри, какие новые. Angel High. Это кто такие? Ну, какие-то новиночки. Лол, мини, color change. Новые малышки-единорожки. Бэби-корн. Это фэшн. Мини-фэшн. Фуд. Новые Барби. Экстра. Ну, вот такая у нас где-то была, да, с тобой, Барби? Mm-hmm. Розовая, которая розовая. Вот такой не было. Ну, Лис, это уже неинтересно. Что ты хочешь, любимая? Ты что, аж затряслась? Аж затряслась. Чё? Чё? Три яичка и все. Деньги не трать. У тебя... Ты, кстати, Алис, заказала все уже. У тебя все придут. Все. Да, ты же на Авито нашла, и мы уже договорились. Нет, чё, начинаем теперь Леди Баг собирать? Другие игрушки тебе не интересны? Три штуки хватит? Да. Для начала. Все? Угу. Вот эти вот бегемотики, вот посмотрите. Они какие-то очень странные. Вот эти игрушки, да, действительно странные. Там непонятно, что появляется. Кстати, я смотри, вот... сладкие медальки, вау, классные, да? Где? А, да. А нам еще черепашка не ответила. На... От... Не надо, не бери. Ответит, куда она денется. Короче, ребят, мы решили через Авито просто докупить. Не те, те киндеры, которых нам не хватает, мы решили докупить через Авито. И уже со всеми договорились, и половину уже выкупили. Уже скоро приедут. А Алиса все не может остановиться, берет игрушки. Ну что, тут какой-то детский отдел. Что мы здесь делаем? Так, пойдем отсюда. Вот я бы взяла тебе вот такие резиночки. Давай. Для того, чтобы делать тебе прическу, такой вот дракончик. Дракончики. Можно нежные взять? Да-да, я поняла, тебе это не нужно. Катя, подойди, пожалуйста, на карту. Лол, не надо брать, ты их не собираешь. А что, мне нельзя их начать просто посмотреть, что там продается? Давай, не выступай, пошли. Ой, бэбики. Смотри, на ручку одевается ребеночку. Зайка мягкий. Мне кажется, это просто резинка. Ну, Лис, тихо, тихо, тихо. Подари эмоции детства. А что у нее лицо такое? Тут нормально. Вот это какая-то грустная. А, это удивление. А это... Ха-ха-ха. Где написано? Тоже удивление, нет? Ты смеешь. Короче, ребят, какая-то новая коллекция игрушек, симпатики называется. А вот наверху, смотри. Но вот это очень странно. Такая типа... Мне вот это больше всего нравится. Вот это нормально. Да. Интересно. Короче, ходим с Алиской, обсуждаем новинки. Ну, покупать мы, наверное, не будем новые игрушки какие-то, знаете, потому что все они, ну, нет, для маленьких. Назад. А что, уже все, Сильвания прошла? Прошел интерес. Мирмайт Хай. Кстати, вот эта серия Хай прикольная. Такая вот куколка. Сейчас я повернусь. Что, дочь? Сильвания, как бы... Я просто сейчас коллекционирую, типа... Киндеры. Да, мне тебе, мама тебе пока не задолжала уже 9 тысяч. Не представляете, Алиске все покупаю, покупаю, еще и задолжала, оказалось, вдруг. Ну, ладно.
Ну что, что берем? Какой красивый дельфинчик. Вот я тебе такого предлагала, я недавно тебе предлагала. Ну как ему что-нибудь нажать можно? На лапку. Не работает. Вот я такого сущего хочу. А здесь все тоже на лапку? Мама, я, кстати, такого же, я его сущего хочу. Сущего хочешь? Да. Ну так уже, не сильно. Красивый. Стоит 5,299. Боже мой, какая прелесть! Я на свои 2000 его обязана купить. А что, он 2000 стоит, что ли? Ничего себе цены на Чебурашку. Все игрушки по 800, ну, грубо говоря. А Чебурашка 2000? Да он меньше в 3 раза, чем все остальные. Что, возьмешь? Я дешевле не могу найти. Ну, ты берешь или нет? Пока что сложим в корзину, если что, буду. Потому что, ну, непонятно еще, беру ли я его. Кстати, ты видела вот это вот? Кто? Smashers. Ой, страшно. А вот эту панду ты видела? Зиберзу. Вот для кого такие игрушки делают? Не знаю. Детскую психику ломают. Да, Лисюш? О. Все на кассу? Смотри, какая классная игра. Не разбуди бабулю. Мы в такую играли. Ну-ка, это какая-то новая. Что продается из канцелярии в детском мире? Ну, что ты хочешь? А, что продается... Катя, подойди, пожалуйста, на кассу. У нас сейчас продается, Катя, пожалуйста, подойди на кассу. Ты такая очень миленькая тетрадка. Не бери тетради, уже скоро конец учебного года. Я просто смотрю. Мама, я взяла тетради для... Мне учительница сказала, что нельзя цветные, я взяла обычные. Ну, немножко цветные. Что, тебе запретили цветные тетради? Она же сама говорила, покупайте. Ну какая-то она. Вот так, да? Непонятно. Она, наверное, имела в виду, типа, просто там, например, фиолетовая. А это что такое? Ну, короче, мы просто ходим, слоняемся. Сейчас бабушка нас потеряет. До папы мы так и не дошли. Ну, ладно, если что, у нас есть телефон. Слушайте, что-то голос пропадает. Мне кажется, нужно книжки вслух прочитать дома. Хотя бы по 3 страницы каждый день. Что у меня прям вообще с голосом проблема. Нужно потренироваться. Мало разговариваю. Хочу показать вам коллекцию TikTok. Да, мы последние. Коллекция TikTok. Смотрите, какая прикольная. Это для детей. Мы последние или не мы последние? Мы с тобой последние. Да. Нам просто она не поняла. Так, смотрите. Ну, это Летя. Вот это ТикТок. Алисе говорю, что ты себе такое не берешь? Она говорит, у меня все есть, мне такое не нужно. Я вообще не хочу, типа. Мама, она типа умная. Кто умная? Вот эта девочка. Она вообще прикольненькая. Некрасиво. А, то есть я для тебя лучше. Это самое лучшее. Смотрите, какой зайка красивая. Просто обалденный. Вот эти вот розочки кругом. Все. Татьяна Викторовна пошла в галерею. Такой хороший магазинчик. Алиска у нас спустилась вниз на второй этаж. Вон она ждет нас. А мы ищем Лёшу. Мы вообще его оставили вот где-то здесь. И, вон он идет, смотрите, вот, видите?
Там вот подальше. В общем, мы его там оставили, он, видимо, нас уже не дождался, пошел по кругу за нами. Мы вот как раз подошли сюда к лестнице. Сейчас Лешу дождемся и пойдем вниз все вместе. Да-да-да. Ну что, пошли дальше. Смотрите, какой красивый ковер мы увидели с Татьяной Викторовной. Он просто обалденный, просто обалденный. Мне кажется, восхитительная расцветка. Мама. Ну все, мы идем домой, Лисюш, едем домой. Ой, лошадь, конечно, бесподобная. Все, 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 все. Все, домой, пора домой. Как это разворачиваешь? Некрасиво. Вот эта сумочка специально Алиса ее купила для киндеров. Я еще, смотрите, что купила. Я еще купила, спасибо, вот такой вот маленький блокнотик, чтобы записывать, какие я уже продала фигурки, а какие у меня есть в наличии. Кстати, кому нужно фигурки сейчас от киндеров, Алиса вышла на Авито, и теперь она продает игрушки на Авито. Покажу. Так что ищите ее. Маленькая бизнес-леди. Сейчас я вам покажу. Так. Вводите, если вам надо, если вы собираете фигурки Kinder и не только. Вводите Kinder сюрприз с большой буквы на английском на Тунс 2022. Kinder Чебурашка. Так, что там? Kinder Чебурашка. Аватарка с маленьким котеночком. Mm-hmm. Вот, поэтому можете со мной связаться, я отвечу там, когда смогу. Вот, вот такая вот у меня сумочка. Она мне именно от всякой разной, но вообще цель у нее одна. Она такая липкая еще. Какая цель у нее? Хранить все мои киндеры. Но она сейчас липкая, поэтому ее придется помыть. Такая киска попалась Алисе, но даже это не киска, это какая-то зайка. Стадион, он же рядом вот с этим парком Галицкого. Их два стадиона. Есть стадион Кубани и стадион Краснодар. Краснодар. Вот еще что попалось, это какой-то мишка, у которого крутится внутри. Короче, мишка, у которого в льдинке можно вот так вот крутить колесико и будут нерпеночек, лисеночек, какой-то китенок. Слушай, вот это прикольная игрушка, Алис. Мне тоже нравится. Классная вообще. Вот торговый комплекс развлекательный, вот частный сектор, а вон там летом дома. А летом? А летом вообще же. Это Леди Баг такая. Когда 50 градусов. Там даже, потому что там же крыша металлическая, она нагревает, а там же защиты нету никакой. И вот на втором этаже ставил. И все. А на первом этаже всегда прохладно, хорошо. Не виновата, любимая, не виновата, солнышко. Прости. Ой, какое небо детай, смотри. Чем акценты ставить на это? Просто шик. Просто шик. Это вообще что-то нереальное. Картина, да? Мы уже приехали в станицу, забежали в Пятерочку. Алиса нашла новую серию, как это, The Japons Family. Japons. Кажется, мы такую брали. Это, ну, Алиса говорит, что это старая серия. Мне кажется, это новая. Я, ну, короче, 5 штук возьми, больше я тебе не разрешаю. Хорошо, я еще 2 возьму со слонами. То, что там очень интересно сейчас попалось. Алис, значит, 3 таких, 2 слонов. Все, в любом случае, только 5 штук ты можешь взять. Я хочу взять лимончики. Прям соскучилась по чаю с лимончиками. Парочку. Алисочки, берем личи и гранаты. Гранаты классные, красивые. Личи она ест с удовольствием. Я гранатиков возьму прям парочку, я тоже хочу. Ну, сделаешь, да, нам потом? Вот что я не люблю, так это гранаты резать. Хотя там, в принципе, ничего особое делать и не нужно, но Леша всегда делает. Что, 3, да, возьмем? Или 2, попробуем. Понравится, завтра еще купим, да? Ну, возьми сразу 4. Не, Леша, только мне не очень. Нормально они, я вижу. Нет. Ну, что взять? Конечно, 4 штучки возьми. Вот ты вот не дотягиваешься, вот. Повыше, мне кажется, спасибо. Угу.
покажи. Что? Что, кисачка? Пока. Алиса, папе скажи спокойной ночи. Спокойной ночи. Лёша ложится спать очень рано, папа, потому что утром в 5 часов он бегает. Так, я не разрешала наклейки клеить на этот шкаф. Папа любит машины. Алиса, у себя клей в комнате, я отдеру это все завтра. Мама, папа любит машины, это для него подарок. Ничего себе подарочки, спасибо. Я папе подарила. Лёша чуть не упал. Смотрите, какие носки купила Алиске. Такие вот шик-спорт. И вот эти мне очень понравились. С сердечками сзади. Ну все, ребят, всем пока-пока. Я пью чаек с лимончиком, ем профитрольки. В общем, сидим, отдыхаем. Лички, кстати, очень вкусные. Алис, все, маши ручкой, пока-пока. Пока-пока. Bye.